Шалом, православная. Теперь я буду, наверное, так здороваться с вами. Почему? Потому что у меня мать еврейка, а отец украинец. А вот, значит, смотрите, приходит сегодня ко мне такой вот Марва. Мал, ты что, заснула или вообще как ты там закончился в ромашке? Вода? Сел повар, они пытались разобрать полностью эти фонтаны. То есть, мама, что у тебя с поваром? И вообще включи в розетку. И вообще не забывай доливать воду. Почему? Потому что утром я доливаю воду сюда в два фонтана. Вот, под вечер становится воды вообще на донышке. Вот так вот начинает, получается, он шипеть, пыхтеть, возмущаться этот фонтан. Вот, приходит такой Мару, говорит, мама, долей, пожалуйста, водички. В общем, пошла я, взяла кувшин фильтрованной воды, долила им водички. Они мне тут коробку разорвали, мы корм тут покупали. Вот, валяются какие-то ошметки, блин, картона, потому что они успокаивали нервы. Вот, в общем, все это видео к чему? В общем, если у вас дома есть фонтаны, не забывайте менять фильтры здесь. Нам хватает фильтров на 2-3 недели, потому что все забивается, у нас очень плохая вода. Очень плохая вода. Получается, бутилированная, не бутилированная, фильтрованная, не фильтрованная. Из кувшинов на вода у нас довольно-таки плохая. Вот, раз в 3 недели приходится менять эти фильтры. Фильтры сейчас вообще практически тяжело где-нибудь достать. Поэтому я их покупаю везде, где только возможно достать эти фильтры, набор для этих катетов. Вот. В общем, если у вас такие фонтаны в доме, не забывайте менять фильтры, не забывайте доливать воды. Вот, видите, сейчас стоит, фильтруется вода в кувшине. Вот, и я буду сюда доливать, потому что он пыхтел так сильно, что даже я обратила из комнаты внимание, вот, что получается здесь нет воды. А вот здесь вот я уже долила воды, у меня кувшин как раз на 3 литра, 2,5 литра я долила. Вот, ну и дети с удовольствием ее пьют. Плюс у нас те, кто не любит, так сказать, из фонтана, хотя они все любят пить из фонтана, стоит еще специально вот пасочка 3-литровая, огромная, с водой. То есть, ребята, хотите из фонтана, хотите из пасочки, вот, хотите из крана. Кран я открываю теперь гораздо легче, ну, как бы реже. Почему? Потому что все-таки щечки. Да, пей водичку, пей. Пей водичку. Стоим, выбираем. Где нам пить? Два цветочка. Из зеленой ромашки или из голубой ромашки. Но голубая все-таки прикольнее. Почему? Потому что здесь такие вымочки. Видите? Как маленькие-маленькие, мелкие вот такие вот пасочки. Да. Вот. Мы с удовольствием пьем водичку. Да. И плюс она еще светится в ночи. В общем, с вами был канал Cat Family. Любите своих животных, никогда их не бросайте. Вот. Бай-бай. Вкусно. Ай, как вкусно. Ай, как вкусно. А на зиму нам надо запастись, конечно, поварами. Да, вкусно. Ой, типа, ой, типа.